Всем привет! Всем привет! Сегодня с утра пораньше принялись за потолок в коридоре. Сейчас покажу потолок. Вот так выглядит у нас в комнате. Видно, нет? Сейчас я попробую свет включить. Определились мы со светом. Здесь будет напротив окна стол. И осталось нам определиться вот здесь. Такой типа тоже проходная такая часть, типа коридора, наверное, да, Рушан? Ага. Вот здесь. Туда вот идет ванная, туалет, дверь. И вот здесь пока определяемся, думаем. Решили время зря не терять, продолжать работу в коридоре. Тем более, нам по максимуму надо быстрее в коридоре сделать ремонт. Чтобы вот это вот все собрать в шкаф. И это все в шкаф, уже все эти вещи. Потому что видите, коробки везде. Где здесь еще там? Ну вот, можно показать, да? Все в коробках. Так жить невозможно. Да? Ну да, быстрее. Разгребсти все и... По местам. И все. И там у меня получается, который брус сюда должен идти, он покороче идет. Его надо сначала использовать, чтобы потом добраться туда дальше, до потолка. Потом туда-сюда не перекладывать. Что на том это? Давай объясним по поводу этого. Светильников. И шкафа. Получается, глубина шкафа идет 60 сантиметров. Плюс он получается метр, если дверцы по две двери, то 50 сантиметров. Угу. Шкаф у нас будет стоять на этой стене. Вот. Получается, шкаф 60, двери 110. 50. Вот. 50, да. И вот получается, если сделать вот сюда светильник, дверь все равно не откроется, потому что там еще, ну, сам плафон. Вот, поэтому еще отступать, вот по этой полоске будет один светильник. И на таком же расстоянии напротив двери будем делать второй светильник. Ну вот примерная разница, видите, здесь не по центру, и здесь. Не по центру, здесь, да ничего страшного. От этой стены 125. Это Рушан. Скажи, 50. А шкаф, сколько он идет в длину? 150. А можешь от этой стены до той стены отмерить, где он там примерно будет? Если его вот так поставить? Да. Единственное, вот эта штука мешать но будет. Если я не поставлю, я же не буду выпиливать шкаф. Угу. Ну, примерно хотя бы. Вот. Где? Вот здесь? Вот, я пальцы показываю. Вот так. Да все равно, да, не сразу. А сюда вот будет как он торчать? В глубину.
Пол Ой, там пол окна, да, будет торчать? Не, не пойдет. Нет, только Даже сюда. хоть вот этой штуки бы этой не было. Даже он бы торчал бы, пол окна закрывал. Это, ну, с той стороны это просто некрасиво смотрелось бы. Здесь получается Единственный вот вариант только ставить на эту стену. сюда, грубо говоря, вот так стоять будет. На 60 сантиметров. До половины коллектора закроется. Ну мы потом какой-нибудь это, да, сюда сделаем. Короб наверху. Да. Так и будут они открыты? Да. Они должны так открыты быть? Нет, дело в том, что у нас здесь, если бы, допустим, шкафа не было бы, можно было бы сделать короб, потому что короб нужно открывать периодически. Если мы поставим шкаф, мы короб как откроем? Нет, хотя бы вот это вот внизу. А можно будет вот здесь, вот как-то вот хотя бы вот так короб сделать? Вот это ладно, мне все равно. Здесь можно как-то аккуратно забетонировать красивенько, потому что вот это не пойдет. Пусть он будет вот так, короб до твоих самых вот этих набалдажников, чтобы тебе удобно было, правильно? Ты хочешь, чтобы тебе крутить это все было удобно. Хотя бы вот так вот короб сделать, закрыть вот это вот все, вот эти трубы. Что-то придумать надо будет. Придумаю. А не осталось плитки такой у нас? Есть еще две пачки. Вот можно же из этой плитки сделать такой же коробочек. Не, да? Нет, сперва гипсокартоном, а Ну, тут гипсокартон обшить. обклеить, да? Да. Как-то так. Мы все швы там зашили, видите? Дыр ничего нету, не осталось. Чтоб никто к нам сюда не пробирался. По максимуму сделали. Но коридор у нас этот получается деревянный. Что-то так серо-серо прям. Солнца на улице нет. И прям Погода это... что-то не очень сильно. Да, и... не горячая. Даже гас от лампочки, да? Даже качество видео. Вот я хоть да, вспышку включила, качество видео такое серое. Так, что, напротив окна делаем, да, вот, грубо говоря, по центру Да, окна по центру и по окна центру и по двери. центру двери. А, подожди, оно получается тогда расстояние от той стены, расстояние от стены не будет одинаково. Может, сделаем, отступим одинаково? Или все равно? Все равно. Главное, чтобы напротив Да. окна и двери. Так, хорошо. Так. Я так и сюда спущу. Всем привет с Краснодарского края, с богатого, красивого, шикарного Краснодарского края. Что мы сегодня хотим с вами сделать? Сейчас я вам все покажу. Мы очень долго думали об этой яблоньке. Я думаю, все понимают, да, что за яблонька. Это яблонька, которая стоит напротив летнего домика. Вот наш дом. И вот он, сарай стоит. Мы думали, гадали, что делать, потому что все равно здесь будет когда-то пристрой. Потому что мы много раз объясняли, вот он наш дом, да, раньше здесь окно было, мы все заложили, все заделали. Это коридор наш. Может, кто-то как-то не понимает. Так, смотрите. Получается крыльцо, вход в дом, дом сам. Наш сарай, сараюшка старенькая. Вот она, яблонька. От этого дома будет идти у нас, получается, пристрой. В пристрой будут спальни пристраиваться. Две спальни. Спальни, коридор. И по-любому примерно будут заканчиваться до конца сарая. Будет заканчиваться этот пристрой. Ну-ка, если вот так. О, так картина больше, да? И вот эта яблонька, она здесь сидит, ее потом будет срубать, жалко. А сейчас, если... Да, если сейчас не пересадить, она же с каждым годом растет, все крепче и крепче становится, все толще и толще. И мы решили ее в этом году, пока у нас тепло, хоть и зима, но тепло, пересадить ее. Так что сейчас будем пересаживать.
Изначально хотела я ее куда-нибудь сюда, чтобы здесь зелени было больше. Но у нас там, видите, да, вот она у нас, вишенка есть. У улья эти все уберутся отсюда. В принципе, летом здесь, я думаю, зелени недостаточно, потому что грядки, они все зеленые. Здесь красота. Вишенка будет. Здесь зелени будет хватать. Потом я хотела вот сюда, вот на это вот место ее посадить. Подумала, будет мешать. Буду в грядках работать, и будет мне дерево мешать. Здесь все прекрасно знают, что у нас будет сарай для животных. Вход будет у нас там, и вход будет с другой стороны, получается, сарая. Но для чего здесь мы делаем вход? Элементарно, чтобы пойти, зайти, собрать яйца пособирать, но никогда не будет такого, что мы с этой двери будем там что-то вытаскивать, какие-то там тележки с каким-нибудь навозом. Здесь этого не будет, потому что хоздвор у нас будет идти туда, не сюда, а туда выходить. Здесь поставится заборчик, загородится все, хоздвор там, на той стороне. Здесь будет такая зона, здесь вот с этой стороны грядочки, с этой стороны Рушан печку хочет построить, мангал сделать, потом еще там что-то, но это все в будущем. Так вот, и мы ходили, гуляли, за территорией мы не хотим сажать, что-то там, если честно, как-то, ну, не очень, просто не хотим, и все, ладно. И мы подумали, раз у нас здесь не хоздвор, хоздвор там дальше, посадить это дерево вот примерно сюда. Вот куда-то вот сюда. Его посадить. Вот мы решили так. И здесь как раз будет стена. Она будет лысая, голая, будет не очень красиво, не очень зрачно. И как раз это дерево закроет эту стену. Рушан сказал, что дальше работать не помешает ему дерево. Руш, точно не помешает тебе дальше работать дерево? Я вот сюда. Угу. Да, вот сюда посадим, и все, и пусть здесь будет красиво, зелено, дерево. Это обрезать, и все, там пройти здесь, все поднять. Да, и все. Так что мы решили вот так вот. Вот так выглядят корни. Все. А то, что здесь повредили, Руша, ничего? Вот так вот. Ничего ему не будет случайно. Лишь бы не пропало. Просто потом его спиливать, да, губить не очень хочется. А! Крышка. Чего только не найдешь. Такое ощущение, что у нас под землей мусорка. А у нас, смотри, здесь даже она, видишь, как росло. Угу. Корни поверхностно шли. Не вглубь туда. Потому что там камни, да, нам небось. Камни, да, что-то. Так, все, мы сейчас его перетаскиваем ближе к сараю. Сейчас будем выкапывать там яму. Не-не, там еще что-то держит. Вот он держит. Вот этот вот держит. А потом уже включимся. Ой, только не обруби его. Ничего не будет. Они все обрублены. А ты по-другому не выбрал. Блин. Вот так вот. Вот, а видишь, центрально. Это дерево вообще, оно старое. Старое? А что оно такое маленькое? Здесь раньше было большое дерево белого налива. Оно рухнуло. Вот, от корня оно пустило отросток. Угу. Вот, его, видимо, вот прибили. И все. Полно. Ну все, теперь, надеюсь, яблонька на своем месте. Дай бог, что принялась. Так.
подать? Отвертка. Посмотри, вон там есть отвертка на камине. Пилотик, дай мне поснимать. Пожалуйста, дай поснимать. Сейчас, подожди. Слушай, да какой кочерышки упадет для этого. Нет, тут это вот легкая. Да? Да. А чё? О! Ну я не скажу, что прям тяжелая. Ну, знаешь, для люстры тяжелая. Да? Ну уж извините, ты выбирал. О, класс. Интересно так. Я, честно, забыла, как они выглядят. Так на картинке же нарисовала. Вот. Картинка это одно. Так, да. И смотри. Все металл. Угу. Шнур получается 133 сантиметра. Нормально. Укорачивать надо будет. Угу. Так, сейчас. Что такое? Почему мы ругаемся? Кто ругается? Так. Ну сейчас давай будем поставлять. Угу. Нормально? Вот так мы примеряем плафоны. Что, выше? Ну, как-то да. Выше? Да, лапочка же еще будет торчать. Еще чуть выше. Просто вдруг там придет 1,90 м. Все, вот так, пойдет. Точно? Угу. Оттуда станет. Давай еще чуть-чуть выше сделаю. Ты это, вот это все ради Артура. Ну, Костя тоже это. Не маленький. А с другой стороны, что же нагибаться будет? Ну да, пусть расслабленно ходит, да? Нет, я наоборот говорю, нефиг расслабляться, пусть нагибаются. Злюка. Так, подержи-кась. Так, подержи-кась. Как камеру не включу, так подержи-кась. Как камеру не включу, подержи-кась. На то и жена, правильно? Да. Помощь мужу. Надо помогать. Вместе мы сила. Такой красивый, мне так нравится. Тебе так удобнее, да? А как правильно, не я? Давай я залезу. Нет, Иван Петрович, да? Попал? Угу. Ты надо пробовать, не надкуси там. А то отпечатки твоих зубов останутся. Не, я только все кафе ездила. Ура! Вот такая красота. Лампочки потом поменяем, когда мы будем Леруа Мерлен. Там уже посмотрим. Ну да, какие поставят. Угу. Другие лампочки возьмем. Ну, когда свет это включен, не сильно видно. Плафон. Он отсвечивает или как-то, знаешь, отбеливает, белит. Не, так видно. Это нам видно, а на камеру не видно, вон, видишь? А, ну почему да. Так, я не знаю, почему так? Ну, отсвечивает, потому что белый свет. Угу. О, я сейчас поднимусь, сейчас. О! Вот так видно. Вот так хорошо все видать. Все. Сейчас погнали смотреть. Второй. Они вот такого формата. А, здесь вот видите, они какие. Ага. Тебе тоже показать, да? А тебе вот нельзя, пилотик. Снимается, одевается. Сейчас мы соберем его и покажем. Он вот так выглядит. Но только у нас лампочки нет. Мы лампочку не сможем вставить.
вода. Пока нет. Поставим. А у нас даже обычный же нет сейчас. Ты же сказал. Здесь что горит. А, все. Мне нравится. Супер. Давай. Конечно, супер. Ну, блин, это не передать, конечно, но... Здорово. А она, знаешь, она когда стены это... Даже поклеится, она по-другому смотрится. Угу. Либо днем. Днем точно. Днем потом покажем, да. Все, пока так. Нам вагонки не хватило, я говорила, да? Нет? Нет. Не хватило, люди, не хватило. Сейчас будем решать этот вопрос.